Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Как же стыдно. И вообще, что ты делаешь посреди леса? На тебя ж монстры нападут. А? Все хорошо. На мою звериную мантию наложено заклинание иллюзии. Видишь? Ого, милаха, дай лапу. Не гладь меня! Благодаря ей можно спать где угодно, и чудовища тебя никогда не тронут. А, где угодно? Но разве ты не работаешь? Как же узко ты мыслишь. Что? Мейбл, ты хочешь сказать, что бросил отность? Ну, это уж я. Вся эта столичная суета не для меня. Да? Какой свободный образ жизни! Выделывается. С каких пор, Мейбл? Себе пропитание. Эта ледяная скульптура отпугивает нежеланных гостей. Я думаю, что останусь здесь навсегда. Ясно. Тогда ты умрешь. Недавно в небольшом городке Джата я взял заказ на поющую бестию. И раз ей оказалась ты, Мейбл, и отказываешься уходить, я тебя уничтожу. Я понял. Вот как. Ну ладно. Он был разочарован. Он все еще... Какая жалость. Такая прекрасная девушка, да еще с ангельским голосом. Вот опять! Ну почему ты меня вечно смущаешь? В японском шоу-бизнесе ты бы всю жизнь в деньгах купалась. А? Ты серьезно? В Японии бы хамал, охренеть, как легко! Всю жизнь? Еще бы. Вот жизнь! Очуметь! Я так хочу попасть! Уже слышали? Ее написал очень известный музыкант. Кто же? А? Это... В торговом центре! На каникулах? Ну, я ж сказал, вы узнаете. Мы все были там в детстве. Если вы не знали, изначально это была фоновая мелодия из Соника. Что? Вы опять про Сегу? А ее известным композитором был... Да пофиг, мне без разницы. Ну, как тебе... Однажды свой мир, да? Я бы тоже туда хотела. Дядя, что это за песня? Она из эндинга игры Nights into Dreams. Она? А с ней... О? Если проследить за Мейбл Лейбл, то... Капитан Макфелд был... Королевские рыцари. И пришли за дед... Ну, за пока он... Кто это? Эй, стоять! Выходит... Он же добрая душа! Это будет катастрофа! Нет ничего смешного! Просто пялится! Жуть! Чё, кого, чуваки? С вами дядька! Приветики! Но... Дядя из другого мира. Пытаюсь обмануть. Путать Финги с Финги на протяжении 10 лет. Дядя-косячник, вот кто я такой! Вырубай его! Это ты? Я думал, что смог ускользнуть от тебя. А что такое? Собирался с ней песенки петь? Навсегда? Или снова пойдешь флиртовать со своей героиней? О чем это ты? Мейбл и Алисия? Да-да, достала уже! Мейбл, Алисия! Издеваешься? Почему ты постоянно зовешь их по имени? Вот мы с тобой дольше знакомы, а по имени меня совсем не зовешь! Вот жесть! По имени? Но ты ж мне его никогда не говорила. А может, Элга сойдет? Это имя моего клана, дурак! Ду... Да ты и сама не лучше, то дурак, то орк! Достал! Я Сузаль Герерзигалу Нелсигал Регрга! А? И... Такое длинное... О чем ты таком говоришь? А, не нравится? Значит, эльфийка. Йоске!
Что такое, Суи? Нет, не говори его просто так! Больше не буду. Глупый Йоски, я прошу тебя, не называй меня так на людях. Я тоже никому не скажу твое имя. Даже мое? Почему? Потому что оно только... Объясни мне, Суи. Ничего важного. Ну, вот так все и было. Дядя! Мисс Мейбл. А, твое кольцо! А. Чего? Чем это вы тут? Погоди! Стоп! Тут тебя остановись! Чего? Это же то самое святилище из песни! А, ну поэтому я его и сломал. Но зачем? То, что привело меня в тот мир, было очень могущественным. Вот я и подумал, что если одолею эту божественную силу? Ну, типа что-нибудь да произойдет. Дядя, победить врага, чтобы посмотреть, что получится. А? Духи хотят что-то пока. Это же... место, где ты и Алисия сражались с гоблинами. Это все дядя! Ты от других святилищ камень на камне не оставил! Это был я! Могли бы хоть уведомление показать на экране. Откуда я мог знать? Геймерская логика. Нагибальный удар! Отлично! Дальше мы сами. Алисия? Чанки собрались вместе! Это же леди Эльфика! Чё? Ты хоть морком был? А? Куроки! Прости! Когда Куроки был ребенком, он сидел один в комнате и пялился в холодный черный ящик. Ворочью душу проникла тьма? Ужасно. Бедняга. Я сейчас вами называю рубанка, небесная цель просекает луну. Бегущий в туманной вдали хентая, голос ее меня тянет ко дну. Мои глаза закрывают банданы, рядом со мной телефонная трава. По тебе блэн, зиги, сука, данная, свете найти слону.